Сегодня 26 февраля 2021 года началось рассмотрение апелляции защиты на очередное продление стражи в отношении Османа Арифмеметова. Защита, то есть я по ВКС в Ялтинском городском суде, и переводчик находился в Верховном суде Крыма в городе Симферополе. Значит, собственно, после разъяснения всех прав суд рассмотрел единственное ходатайство Османа об отложении, так как к судебному заседанию, собственно, он не был готов, и ему сказали, что будет рассматриваться апелляция продления стражи в военном апелляционном суде города Власихи, поэтому нужные документы он из камеры не взял и не был готов к судебному процессу. Несмотря на возражение прокурора, суд удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение на 1 марта на 15 часов. Что хочу сказать? Собственно, данное судебное заседание в принципе изначально является формальным, так как продление стражи, которое обжалует защита, оно, собственно, уже прошло. То есть рассматриваем продление до декабря 2020 года. И какое бы решение ни принял суд, собственно, права Османа, даже если то первое решение суда первой инстанции будет отменено, права Османа уже восстановлены не будут. Когда я с ним общался, он мне пояснил, что во время этапирования он долгое время находился в холодном неотапливаемом помещении, так называемых стаканах, в связи с чем заболел, то есть у него была температура, ломота, лечился, ну то есть вызвал фельдшера, фельдшер пришел, собственно, не зафиксировал каких-либо нарушений здоровья, то есть никаких лекарств ему передано не было, и, как он сказал, лечился подручными средствами. Тем не менее, Осман, так скажем, не теряет силу духа, передает всем привет, всем и слова благодарности всем тем, кто следит за его делом, за делом ребят,